Всем привет! 10 февраля на телеканале «Домашний» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы под названием «Двойная спираль». По сюжету следователь Яна Нестеренко на хорошем счету своего начальства, и она счастлива в браке. Единственное, что омрачает ее жизнь, это отсутствие детей. Яна отправляется в Озерск, город своего детства, в котором не была 20 лет, чтобы помочь в расследовании убийства молодой девушки, дочери своей подруги детства. Параллельно с расследованием Яна вспоминает причины, по которым ей пришлось уехать из Озерска. Будучи 16-летней школьницей, она забеременела от своего учителя Алексея Пахомова. Узнав про беременность, мать срочно увозит дочь из Озерска, а после родов сообщает ей, что ребенок не выжил. Спустя 20 лет Яна узнает, что мать ей, оказывается, соврала, ребенок жив, и более того, Алексей с женой усыновили мальчика и воспитали его. Яна и Алексей стремительно сближаются. Они неожиданно понимают, что все эти годы хранили любовь друг к другу. Зацепки расследования приводят Яну к их с Алексеем сыну, и Сергея Пахомова задерживают. Чем это все закончится, вы узнаете, если посмотрите данный мини-сериал.